Доброе утро, дорогие друзья! В прямой эфир с программой «Четверть часа» выходит проект «Союз онлайн» в студии Марина Гранкина. На календаре 10 сентября, день Анны Пророчицы. Эта святая упоминается в Евангелии, причем буквально одним предложением апостол Лука излагает ее подвиг, который длился несколько десятилетий, и даже дает нам возможность посчитать, сколько именно. Вот послушайте. Тут была также Анна Пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова. Достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. Если предположить, что праведная Анна вышла замуж, как это было принято тогда еще в юности, получится, что она на протяжении порядка 60 лет жила по-монашески строго при храме Божьем. И судя по тому, как увенчались ее подвиги, основанные они были на искренней любви к Богу. Праведная Анна увидела и Духом Святым поняла и провозгласила, что принесенный в храм 40-дневный младенец Иисус – это Спаситель мира. Добрый пример церковной бабушки, да и просто бабушки, увидел в Анне пророчице иеромонах Аверкий Белов, посвятивший этой древней жительнице Иерусалима стихотворение. А прочитает его наша современница, которая также живет на Святой Земле и которую любят многие наши зрители. Гид паломнической службы «Радонеж» Анна Мусан-Леви. Пророчица Анна помянута нами сегодня. Бывает в старушках великая сила Господня. Анюты и Анечки выросли в Анн богоносных, из девочек глупых, из девушек гневных, несносных. Учила беда, покрутив, постирав, поутюжив, их сделала краше иконок, лампадок и кружев. Пророчество просто, поведай, плохим будет плохо. Дополни тревогу минорной мелодией вздоха. Скажи, вам вернуться. Обман, осуждение, подлость. Разрушится здание, что проектирует гордость. Но кто верит бабушкам? Нимбы, сокрыв под платочки, они видят тайны, смешно протирая очечки. Для всех они мамы, Господь говорит их устами. О нас они с ним говорят чаще, чем о нем с нами. Пускай нам поможет увидеть пророчица Анна, что святость таинственна, непостижима, нежданна. Пророчица Анна – непосредственная участница Сретения Господня, то есть встречи Христа-младенца в Ветхозаветном храме. А сейчас мы обратимся к другому евангельскому событию, более раннему – Благовещению Пресвятой Богородицы. В храм Архангела Гавриила в Древнем Назарете колодцу Божией Матери приглашает нас программа «Паломники онлайн». Гид паломнической службы «Радонеж» Анна Мусан-Леви и корреспондент телеканала «Союз» Светлана Ладина в программе «Паломники онлайн». Господи, помилуй, услыши все
Святого Евангелия, Вирте. И Духом Твоему. По пути Святого Евангелия, Чинье. Ангел Гавриил от Бога в огнах Галилейский, ему же имя Назарет, где ты обращение ему живи, ему же имя Иосиф, от дому Давидова, имя Деви Мариам, и в шепне ангел рече, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты жена. Она же, видевши, смутися, оставись его и помышляше, каково будет целование сие, величи ангел ей, не бойся, Мария, обрети благодать от Бога, и се зачнеши в чреве, и родиши сына, и наречеши имя ему Иисус, сей будет велик, и сын Вышнего наречется, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и воцарится в дому Иакове вовеки, и царствие его не будет конца. Лече же Марьямку ангелу, как будет сие, и где же мужа не знаю. И отвечав ангел лече ей, Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя, тем же и рождаемое свято наречется Сын Божий. И сей совет южика твоя, и даст зачат сына в старости своей, и сей месяц шестый есть ей, на лица имени плоды, яко не изнеможет от Бога вся благо. Лече же моя, се раба Господня, буди мне по глаголу твоему, и отыди одни я, ангел. Да. Спасибо, мы уже вот так. Так вкуснее. Знаешь, мы с Алешей Черных, нашим оператором, за эту неделю уже убедились, что дать напиться воды на Востоке – это по-прежнему святое дело. Еще у нас была ситуация, когда мы искали магазин, где можно купить воду. Вместо этого нашли аптеку, и когда мы хозяина спросили water, он нам тут же налил прямо несколько стаканчиков чистейшей воды. Потом была ситуация, когда мы в Иерусалиме тоже искали, не помню, какие-то ворота, и спросили у стоящего таксиста. Он нам не мог подсказать, но он достал из кондиционера бутылку воды и прямо нам отдал. То есть это, ты знаешь, так трогательно и так приятно, что вот это сохраняется. Да, здесь по-другому евангельские слова понимаются. Да? В Евангелии мы не раз находим упоминание о воде. И давший одному из малых сих чашу студеной воды не погубит мзды своей. Вот я надеюсь, что этих людей Господь наградит. Конечно. Хотя, казалось бы, ну незначительно, нет, это очень важно, это тебе сразу силы придает. Да, ну и вода, ты можешь двигаться дальше. Вода вообще очень важный символ в Евангелии, да, ведь Господь обещает самарянке дать воду живую, такую, что она не будет больше жаждать и приходить вот к такому колодцу, к источнику. Но это же у нас не колодец Самарянки. Нет, это колодец Матери Божией, но он устроен точно так же. Да, это природный источник, обложенный снаружи камнями, превращенный в такой действительно как колодец, то есть чтобы было удобно спуститься по ступенчикам, кувшинчиком зачерпнуть воды, умыться, попить, домой отнести. Вода – это вообще символ, еще раз, очень большой. Во-первых, это символ благодати Божией, да? Как мы на Великом водоосвящении говорим, что воду живую, скачущую в жизнь вечную, да? То есть вода
живая, благодать Божия, она как бы пульсирует, бьет, она нас поднимает вместе с собой к Богу в Царствие Небесное. Это образ такой очень интересный. И мне кажется, что вот то, что Благовещение, первая часть Благовещения была у колодца, тоже имеет какое-то совершенно мистическое вообще значение, потому что вот Матерь Божия сподобилась стать матерью вот этого источника воды живой, да, и приветствие первое от Архангела получает именно у воды. Это тоже как какой-то такой совершенно объемный образ большой, наверное, можно разные найти к нему всякие богословские тоже подходы. И есть, кстати, и икона Благовещения у колодца. Мало кто об этом знает, но если вот вы поищете, найдете обязательно, где Царица Небесная у колодца с кувшином, над ней летящий Архангел, и из его уст благовестие, радуйся, благодатный. Кстати, знаете, как по-гречески? «Херике херитумени». «Радуйся», если перевести дословно, будет «преисполненное всякой радости». То есть там совершенное время употреблено. И явно совершенно, что этим подчеркивается то, что Матерь Божия еще до зачатия ею Спасителя была преисполнена всякой благодати и избрана Богом заранее для того, чтобы Он через нее родился. Да? То есть это вот тоже такой момент очень интересный. То есть получается, что здесь, в Назарете, ну вот сейчас под сводами этого храма, а тогда под открытым небом возле да, этого колодца да. прозвучали слова, которые мы так любим, вот да. этой молитвы. «Радуйся, благодатная, Господь с тобой». Да, «радуйся, благодатная». Потом уже построили храм, ну первый храм был приблизительно в 5-м, кто-то говорит, что и в 4-м, вроде бы, что сама Елена, другие говорят, что скорее 5-й век был построен первый храм. Потом крестоносцы его расширяли, арабский приход рос, да, жителей деревни становилось все больше, и вот превратился в такой большой храм. Но это место весьма подлинное и, не знаю, ну, радостное такое, правда? Радостное. По-благовещенски радостное, теплое, благодатное. Поэтому как-то и вот... немножко детское, мы с тобой как дети из ладошек пили, ведь не случайно. Вот да? Не хотелось как-то поумничать, найти кружку, да, даже когда предлагали, а хочется вот так, да, это по-детски правда, из ладошек. Впереди у нас еще Кана Галилейская. Пойдем посмотрим, что делают наши паломники. От воды переедем к вину. К вину. А мы пока с вами прощаемся. Опрощенному из воды. Всего доброго. Оставайтесь с нами на дорогах Святой Земли. Кану Галилейскую, где Спаситель совершил свое первое чудо, обратив воду в вино, позвали нас ведущие программы. Но за недостатком времени еще один выпуск мы с вами увидеть сейчас не сможем. Однако на нашем сайте и на YouTube вы можете посмотреть его самостоятельно. Друзья, наша четверть часа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Увидимся в прямом эфире.